У меня началась истерика, я где-то минут 15 успокоиться от смеха не мог. Я ложился спать и трясся от смеха, потому что мы в конфе всю эту хуйню обсуждали. Готов смотреть? Давай. Давай, я возьму его вот так. Вот. Блядь, я его... Сейчас. У Ильи, у него тут прям слезы текут на лице. Блядь, я его... Этот еблан на горилле, сука. Мы с ним обращались. Я... Просто через шорты мне хуй показал. Я в слезы, блядь, я сначала не мог дышать. Это пиздец, просто выходит. И вот так вот штанину... И хуй мне показал. Я не знаю, чем я руководствовался в тот момент. Я не знаю, зачем я это сделал. После этого...